задают форму вот такого образца, который, ну извиняюсь за выражение, только под танками вблизи копаться. Воевать в этом нереально. Я за свои деньги лично себя одеваю. По поводу обучения. Находимся здесь третью неделю. Еще ни одной подготовки, кроме того, что показали, как наложить жгут, не было. Нам даже не могут выдать автоматы, разоруженные без магазинов, просто чтобы провести тактическую подготовку. Для тех, кто уже 10-12 лет не держал оружие в руках, хотя бы разобрать, собрать автомат, чтобы... Я лично с позывным Яндекс ручаюсь за все свои сказанные слова. Товарищи, Яндекс, собственно, известный по видео. Неправильно понял командование, недопонял где-то, где-то мы стояли в очереди на какое-то вещевое удовольствие. Вещевое удовольствие получил в полном масштабе, новенькое, удобненькое, получил даже каску, оружие. Все в полном объеме мной получено. Поспешные выводы сделал, прошу меня простить.